Неделя просветления. С 16 по 24 мая инспекторы ГИБДД проверяли светопропускную способность стекол ивановских водителей. В ходе 7 массовых рейдов, проведенных в областном центре, были выявлены 168 административных правонарушений. Большинство автомобилистов пленку устранили на месте, отделавшись только штрафом в размере 500 рублей. Однако 8 водителей отказались устранить нарушения. Если водитель допускает управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям нормативно-правовых документов, то в этом случае ему грозит штраф по статье 12.5, часть 3.1. Штраф составляет 500 рублей, но на водителя также составляется требование об устранении нарушения. И, соответственно, за невыполнение данного требования водитель может быть привлечен по статье 19.3, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф в данном случае составляет от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток.